Здравствуйте, бабулечка. Здравствуйте. Администрация Адлерского района. Мы хотели вас проинформировать, что у нас с 20 по 25 октября будет саммит здесь. И въезд будет и выезд строго по аккредитациям. Вот. Поэтому можно мы некоторые данные у вас заполним? Администрация Адлерского района вместе с полицией Блинова обходит дома по улице с названием «Поселок Мирный». Цель – проинформировать жителей о том, что каждому из них необходимо аккредитоваться в связи с проведением саммита в Олимпийском парке. Участок улицы «Поселок Мирный» между Казачьей и Каспийской входит в так называемый периметр безопасности. Без пропускного бейджа въезд на территорию будет закрыт с 20 по 25 октября. Доступ в эту территорию будет осуществляться только по аккредитационным бейджам. Для того, чтобы жителям и предприятиям, находящимся на указанном участке, получить аккредитацию, необходимо будет в период с 24 по 28 сентября с 10 до 5 прийти в кафе «Кроссбосс», которое находится по адресу улица поселок Мирный, дом 14/7. И представителями администрации предъявить паспортные данные, сфотографироваться, после чего будет обработана вся персональная информация и в октябре выданы бейджи для доступа на территорию. На улице поселок Мирный более 30 домов. Это не менее 300 человек, включая жителей мини-гостиниц. Получить аккредитацию необходимо как взрослым, так и детям. Также обязательно нужно аккредитовать личные автомобили, транспорт аварийных и экстренных служб. Для того, чтобы все точно были проинформированы, администрации было принято решение лично оповестить жителей всех входящих в список домов. Это, конечно, очень удобно, когда с администрации предупреждают, приходят, оповещают все, что у нас происходит. Мы, конечно, к этому уже привыкли, потому что очень часто происходят у нас какие-то мероприятия, поскольку мы живем в прекрасном таком месте, поселок Мирный, Олимпийская деревня. Поэтому и еще вдобавок предупреждают заранее. Конечно, огромное спасибо администрации и всем работникам. Для аккредитации необходимо личное присутствие и паспорт. Заявки от жителей будут приниматься с 24 по 28 сентября с 10 до 17 часов в кафе «Кроссбосс» по адресу улица поселок Мирный, дом 14/7. Для регистрации транспорта необходимо предъявить документы на автомобиль. Также в период с 21 по 27 октября с 6 утра до полуночи в Сочи по федеральным дорогам будет запрещено движение грузового автотранспорта. Администрация города просит жителей и гостей курорта по возможности отказаться или как можно меньше пользоваться личными автомобилями с целью оптимизации транспортной логистики саммита «Россия-Африка». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.